Трамп не выдержал своего поражения на выборах и решил переехать в Россию грабить и так нищий народ. Хочешь прослыть эрудированным малым, но не хочешь тратить много времени? Тогда тебе нужно обязательно подписаться на канал Вально Вриц. Только там ты найдешь пересказы самых известных книг за 10 минут. А для того, чтобы узнать содержание тех книг, которых там еще нет, просто напиши название в комментарии. Алло. 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 Да, слушаю. Здравствуйте. Я по поводу холодильника вот. У вас там объявление снялось почему-то. А что? А ну, что я вас хотела удивляет? Узнать. Меня ничего не удивляет. Я это забыла. Там было написано, что есть какие-то дефекты. Нет, хотела посмотреть. Нет дефектов. То есть он в нормальном, хорошем состоянии, да? Конечно. Угу. Конечно. А вы вот где на... А вы где находитесь? Вот как посмотреть, если что забрать? Ну, к 7 сможете подъехать? А куда? К 7 на Невзоровых, 82. Можете подъехать? А район скажите, какой, пожалуйста? Советский. Советский. К 7, да? Ну да. Ну вы мне скиньте, пожалуйста, полный адрес. И я вы тоже запишите. После работы так... Так вы запишите. Я не могу записать. Я не могу. А я тоже не могу записать. Мне нельзя смс-ки на работе отправлять. А. Ну, давайте тогда ближе к 7 я вам наберу, и вы мне скажете, куда мне ехать. Часов 6 я вам наберу. Да. Скажете, а слышали новость? Ехать. Какую? А слышали новость? Это самое. Какую? Слышали, что Трамп проиграл выборы в США, да? А? Слышали, что Трамп проиграл выборы в США? Да. А что? А вы знаете, что он в Россию переезжает и будет возглавлять один из субъектов Федерации Российской? Да ладно. Серьезно. Говорят, что Ингушетию будут возглавлять. Господи. Ему на пенсии скучно сидеть, и он решил, а Путин, ну, думает, ладно, типа согласился. Такие вот инсайды есть, новости. Ну, в общем, скоро нашу Россию сожрут полностью. А что сожрут? Он же просто в Ингушетии будет там сидеть себе, шашлыки жарить, да и все, что он сожрет. Ну, не знаю, нас и так уже сожрали всю Россию. Все люди. Почему? Не работает, а ничего нету. Почему не нет знаю. Работы? Знаю, все жалуются. Так, пишу много ж работы. Я вот смотрю кучу объявлений. Работа, 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 работа. Чего нету работы? Но ведь не платят все, не платят. Всех кидают. Все вот это обман везде. Да вы что? Да. Вы что, не знаете? Я не знаю. Ну, не знаю, я вот с Питера только переехал, это работа вроде есть. В Питере хорошо, а в Нижнем тяжело, а в Питере так хорошо, может, я бы сама так... туда переехала. Может, нам петицию написать, чтобы Трампа в Нижний Новгород перевели лучше? Может, он тут рабочие места создаст? Может быть. Вот меня тут поразмышили. По-американски все сделать, будут рабочие места. Будет это, да, самое. Да, будут нам платить. Демократия. Платить будут. Ага. Да, негров сюда перевезет. Нам, что мы не работаем. Негров сюда перевезет. Угу. Это так точно. Вы как к неграм относитесь? К неграм? Ой, не знаю. Всю болезнь к нам везут. Какую болезнь? Так, смотрите. Ну, разные. Вот смотрите. Представьте на минутку. Трамп возглавляет Нижегородскую область. Наладит медицину, наладит рабочие места, наладит выплату зарплат, наладит дороги. Разве плохо? Ну, так, нет, хорошо. Вы извините, я уже не могу говорить. Мне тут звонят, я ведь на звонках сижу. А, извините, пожалуйста. Я не могу. Ага. Ну, хорошо, все, хорошо. Давай. Да. До свидания.
Мы повсюду, нас бесконечно много. Спросите, кто мы? Мы бандиты Вольного. Повелевает всеми нами зеленый тролль. Тот самый с ушками, который в троллинге король. Только хардкор и только пранкота. Мы учиним беспредел, хаос и балаган. Не остановит никакая у нас система стоп-хан. Крышуют нас вольняши, лишенная нога. По приказу предводителя идем на битву. Гоблины зеленые вас тоже скоро настигнут. Даже не прячьтесь, вам все равно не скрыться. Вам не поможет скорая и не поможет полиция. Вам остается только в надежде лишь помолиться. Вы наши жертвы, а мы шифруем свои лица. Не остановиться, мы уже повсюду. Зеленые опасные тролли уже орудуют. Совсем не важен ваш социальный статус. Важно лишь то, что скоро будет порван ваш анус. Сказать вам, кто мы, и я отвечу снова. Три простые слова. Мы бандиты Вольного. Мы повсюду, нас бесконечно много. Скажу вам, кто мы. Мы бандиты Вольного. Мы бандиты Вольного.